Более 14 миллионов долларов ущерба. В Минске пресечена деятельность преступной группы, помогавшей белорусским фирмам уходить от налогов. Незаконными финансовыми операциями, а именно обменом безналичных денежных средств на наличные и наоборот, занимались 7 минчан. Постоянные клиенты, четко распределенные роли. Схема работала как часы 4 года. Услугами пользовались более 200 реальных фирм, в основном оптовики по торговле стройматериалами и швейными изделиями. Чтобы скрыть финансовую операцию от налоговой, фирма конвертировала безналичные деньги у преступников за отдельную плату и уже потом без документов приобретала товар за наличные на рынках. Факт покупки оформляли, используя реквизиты, печати, расчетные счета более 10 лжеструктур. Все, разумеется, принадлежали преступной группе. Позиционировали себя как субъект реального сектора экономики, которые ведут соответствующим образом финансово-хозяйственную деятельность. То есть если возникала необходимость или контролирующие органы запрашивали какие-то документы, то должностные лица, фиктивные директора приходили в эти органы, давали пояснение о том, что на самом деле они финансовую хозяйственную деятельность ведут, товары покупают, продают, то есть ведут надлежащим образом финансово-хозяйственную деятельность. Двое участников группы под стражей. В отношении остальных идет расследование. Им грозит до 7 лет лишения свободы. 10 уголовных дел возбуждено и в отношении клиентов, которые не уплатили налогов на сумму 900 тысяч рублей.